Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас новый приход автомобилей Лада Гранта в кузове седан. Давайте я вам покажу. У нас пришел автомобиль комплектации Classic цвет Riesling, Гранта в кузове седан. Classic комплектация, в принципе, можно сказать, начальная комплектация. Здесь электроусилитель руля идет, подушка безопасности, два передних стеклоподъемника. Ну, в принципе, вот и все, да, аудиоподготовка, антенна на крыше. Двигатель 1.6, 87 лошадиных сил. Цвет Riesling, очень популярный цвет у наших клиентов. Неприхотливый, мало пыли видно, в то же время очень симпатичный. А также цвет кориандр, золотисто-коричневый металлик, такой же двигатель 1.6, 87 лошадиных сил и такая же комплектация. Комплектация Classic. Автомобиль в наличии уже с ПТСом, с документами, готовы к продаже. Как видите, автомобили без дополнительного оборудования, друзья. Также вот этот цвет, друзья, посмотрите. Это цвет техно. Всеми любимый цвет. Ну, не то, чтобы, может быть, всеми любимый, но он очень популярен у клиентов. Очень популярен, его активно разбирают. Автомобиль также без дополнительного оборудования и такая же комплектация Classic. Напомню, подушка безопасности, передние стеклоподъемники, аудиоподготовка, центральный замок. По стоимости автомобиля 526 500 рублей. Они в наличии. Дополнительное оборудование, друзья, по желанию. По желанию. Антикоррозионная обработка 4500. Тонировка задней полусферы 3000. Сигнализация Starline с автозапуском А93 13500 рублей. Коврики, салон и багажник 1500. Сетка в бампер 2500. Защита двигателя 2200. Поэтому, друзья, кому интересно, жду ваших заказов. Пишите в Viber, либо в WhatsApp, либо в Инстаграме, в Директ. Буду рад ответить на все ваши вопросы. Также, если вам будет интересно, мы забронируем любой из этих автомобилей. До новых встреч, друзья, пока!